Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи ваш доктор Эггман, и это Sonic Lost World, Потерянный Хер. И 2 часа утра субботы. Ну, точнее, без 16, 2 утра субботы. Да, сегодня. Вы смотрите это днем примерно, плюс-минус, в зависимости от того, насколько быстро монтажная программа все это сделает, ну, смонтирует ее. Да, опять не успеваю по времени. Вот все время туда-сюда, туда-сюда. Но, с другой стороны, с вами двигаемся потихонечку. У нас с вами тонны жизни, а чего бы их не потратить? Найдем сейчас, где потратить. А, все. Нам теперь сюда. Так, на всякий случай. Это мало сейчас будет катсценка. Seems so pointless. Hey, what did you do with Tails? What? Seriously? We captured you. You wish. You grabbed my friend and I want him back. Man, this day keeps getting lamer and lamer. Whatever. I gotta go tell the others the bad news. Giving bad news is actually the one thing I enjoy. I'll deal with you later, loser. Мне его реально даже жалко. Ему так пофиг на жизнь. Ну ладно, пойдемте по... Maybe all the enemies and death traps will finish Sonic, maybe they won't. Does it really matter in the cosmic scheme of things? We're all gonna die eventually. Он же вроде хотел идти сообщить плохие новости. Что, уже плохих новостей нету? Ну, слушайте, уровень, на удивление, легкий. Так. Так. Вот так. Сразу, опять же, 2 точки в рамках одной зоны. Минуточку. Тут вот есть подъем. Хочу попробовать пробраться. Ну, главное забраться было, а все остальное не страшно. Мне почему-то кажется, что красное кольцо было вот внизу, а не сверху. Ну ладно, если я только ошибся, скоро узнаем. Так, надо быть поаккуратнее. Надо быть поаккуратнее. Так. Мне кажется, я здесь сейчас все кольца соберу спокойненько. Я только 6 минут ведь нахожусь. Не считая, конечно, вступительной заставки. И не считая того, что я буду делать доп. Озвучку. А что ты ее не провел? Ладно, допустим, ежиная зараза. Так, хорошо. Ля. Нет, не забирается. А там, скорее всего, и было еще одно колечко. Ля. Так. Ну что, погнали? Так. Вот, я же говорил, оно тут было. Вот я же чую такие места. Так. Так. Бля, давай, давай. Так. Подожди, минуточку, Ёж. Я понял, это прятки. Вампиры забрали. Не страшно, у нас жизни полно, можно... Стоп, подождем. Пусть пока покурлыкает. Чуть не хватило до финиша. Ну ладно, не страшно. А то хотя бы видели уже точку сохранения, тоже хорошо. На всякий случай выключу, потому что сейчас пойдет катсцена. Эй, птица, ты там жуть будешь? Так. Бля. Ладно, пока без... Пока с выбочкой. Спи. Спи, гигант. Хотя вот здесь, дайте я так сделаю. Для заставочки. Чё ты? Это он долетит? Ладно, будем действовать осторожно. Так. Так, пока ждем. Just give up, Sonic. It's what I do. As a matter of fact, I've already pretty much given up on hope, happiness, success. Not to think of it, what am I still doing here? I should just crawl back into bed. О, вальс. Вот и добрались. Ну, тут сейчас будет какая-нибудь катсценка, уверен. Проберегу пока парочку колец себе. Так. Плохо отправляешь свои снаряды. Художник недоделанный. Та-та-та-та-та-та-та-та. Я полагаю, мне нужно как бы их отбивать в отношении него, но что-то пока ничего не отбивается. Если он должен сам спускаться, я должен буду после его бить. Давай, спускайся уже. Австрийский художник доделанный. Ранимая личность. Но он в него не целится. Или можешь мне дать возможность ему долететь донизу? Нет, не работает. Ну, уязвимку я использовать пока не хочу. Вот что будет? То есть эта штука как бы по ежу бьет. Так, даже если он сейчас погибнет, у меня хотя бы будет что-то запас жизни, и я смогу разобраться, как здесь этого победить. На это время кончилось. Он, если что, не хотел со мной сражаться. Но сейчас у меня времени побольше будет. Кстати, тут вся... Мне нравится, что здесь вся площадка видна. Но он не летит в его сторону, он не может его ударить. Он просто сам себе сидит вдалеке. Я попробую, конечно, их чисто сейчас сбивать, но я думаю, не в этом соль какая-то. Всех остальных приходилось бить. Кстати, забавно, что здесь есть гигантские совы. Я, конечно, знаю, что здесь есть реально такая раса мобианская. Совы. И сколько времени это у меня займет? Давай, Ёж. Это все движение, которое будем делать. Я понимаю, что это такой вот, ну, аналог для него подростка. Босс, но... Я же не должен все это время только бить, бить и бить. Мне кажется, это еще должно же быть. Слушай, у меня появилась идея, я хочу ее попробовать. Может, получится. Но я не уверен на 100%, что она сработает. Нет, не сработала. Я думал, можно как-то отразить эту штуку. Я реально не понимаю. Я вот это все дело ломаю, но он сам продолжает пускать совиды и кокосы. На... Причем, заметьте, уже закончилось, как бы по времени, 4 секунды осталось. Ребят, проблемка найдена. И у нас есть реально большая проблема. Я обнаружил такую вещь. Если вы сейчас заметили, то заряды внутри этих, они уходят вниз, а должны улетать в эту фигню. Они уходят вниз, но не вверх. Они должны улетать вот в эту фигню, а они разлетаются в стороны. Есть, конечно, у меня вариант, как это можно сделать по-другому. Давайте попробуем. Ну, вот эти самые заряды, как видите, они здесь летают по боку. По-правильному они должны лететь в эту фигню. Но это если удар сверху. А если удар снизу? Нет, не засчитается. Нет, все равно уходит в сторону. Так, саунд. Ctrl-S. Вот. Dash. Color Power, Supersonic, Spin Dash, Right, Up, Left. Просмотреть миссию. Багажник. Duck, Kick. В общем, сова поломана. Жизней у меня много, но сову не дает пройти никак. А мне нужно победить босса. Здесь не будет легкого прохождения босса. Вот это как-то... Эта штука просто улетает в сторону. У нас реально проблема. То есть я правильно делаю, я бью эти штуки. Проблема в том, что заряды не летят туда, куда надо. Нет, они уходят в сторону. Они, видите, уходят вниз, они падают вниз. Такое ощущение, будто физика здесь поломана. Да? Физика поломана, игровая. Я почему знаю, я сейчас посмотрел, как другой человек проходит игру. У него вот эти вот самые детали, вот эти вот самые яркие искорки, они летят в эту сову. А тут не летят. У нас, по сути, фигня такая же, которая была с этими бабочками. Вот, когда надо прогружать конкретный переход. Там, в цветущем саду этого мистера Шифу. То же самое. Они просто уходят вниз. Ой, я еще заливаю. Кислородик что-то не хватает. Видимо, я уже потратил все со злости. Кончилось времечко-то. Давайте еще раз попробуем. Тут повозился с настройками. Я оставлял игру как есть, я ее не вырубал. Попробуем. И уже начинает тупить. I suppose we're gonna have to fight. Нет, улетает в сторону. Ничего не помогает. Версия, значит, имбаркованная оказалась у меня. Надо найти способ, да, как эти сохранения в игре вытащить, чтобы нас с вами не теряться. Обидно, я это собрал всю пятерку. Я целую пятерку собрала на багу. Так, давайте тогда попробуем еще одну вещь. Может быть, хотя бы эта фигня поможет? Нет. Нет. Не работает. Это какая-то... О! Из жизни вернулись в полном объеме. Минуточку. А расходники? А расходники потратились. Жизнь, значит, на месте, расходники нет. Ой. В общем, ребят, поясняю, что сейчас случилось. У нас с вами здесь возник баг. Я не знаю, как его пройти. Я посмотрел сейчас параллельно все гайды, что были по Сонику. Никто с этим багом не сталкивался. Мне прямо везет. Поэтому, ребят, вам всем задание. Точнее, два. Первое. Если у вас был такой баг, когда частицы, которые должны лететь в эту хреновую сову, летают в противоположную ее сторону, то есть вниз, как вы это исправили, если исправляли? Если у вас такого бага не было, пожалуйста, дайте мне знать в нашем телеграм-канале в разделе чат. Там прямо на чат придете, не ошибетесь. Место, где вы находили рабочую версию Lost World. Буду очень признателен, потому что реально игра интересная. И, так уж сказать, пока я искал причину, как мне сражаться с собой, думал, может, это не то. Увидел дальнейшую катсцену с Тейлсом. Вылетит Джефф Голдблюм, я хочу это озвучить. А я не могу. Почему? Потому что застряли на месте. Надо как-то пробиваться. А пробиваться никак невозможно, потому что не дается. Но так или иначе, ребят, надеюсь, что... Хождение было интересным, хоть и, по сути, получается пустым, потому что мы двинуться не можем, просто потому что из этих гребаных частиц я не могу бить босса. Поэтому, ребят, буду рад вашим подсказкам. Комментарии также открыты. Ну а с вами был доктор Эггман Работник, он же Альберт Вескер. Всем до скорой встречи, всем пока, удачи, увидимся.